Говоря о качестве жизни, президент поручил контролировать цены на продукты. Об этом он отдельно попросил губернаторов. Однако еще за 2 часа до послания в интервью нашему корреспонденту в областном парламенте заявили: цены на хлеб в 2015 году, скорее всего, вырастут ощутимо. Отчасти это может произойти из-за того, что в этом году закупки прошли не так удачно, как в прошлом, когда аграриям предоставляли зерно по сниженной цене. Сейчас стоимость, например, пшеницы увеличена на рынках из-за разницы в курсах валют России, Казахстана и Белоруссии. А вот сдерживать рост цен на молоко помогают серьезные субсидии государства и поддержка производств и фермерских хозяйств. Стоимость продукции животноводства в следующем году тоже изменится. Продукты, формирование стоимости, которых себестоимость, которая есть импортная составляющая, если говорить про животноводство, это вся ветеринарная составляющая, то есть это вакцины, это препараты. Безусловно, если это говорит про кормопроизводство, это аминокислоты, это витамины, которые, к сожалению, в России на сегодняшний день никак не производятся.